приз международного конкурса отправлен за решетку. Престижную награду кинофестиваля «Надежда» в Санкт-Петербурге получил фильм «Освобождение», снятый заключенными саратовской колонии. Об особенностях закрытого кинопроцесса. Татьяна Кудасова. Дождались наш долгожданный приз. Молодцы. Поздравляю. Спасибо. Приз за лучший монтаж и операторскую работу осужденные получают впервые. О том, что такую награду им вручат здесь, в колонии, они не думали. Но отправляя свой фильм в Санкт-Петербург на международный кинофестиваль «Надежда», конечно, надеялись, что их труд оценят по достоинству. И несмотря на то, что конкуренция была большая, на конкурс прислали свыше 200 работ, саратовский фильм «Освобождение» отметили сразу. В нашем учреждении это была первая практика. Как для них, так и для нас. Мы все столкнулись с этим впервые. Поэтому было интересно, было очень много энтузиазма, задора и желания. Мы создавали для съемок там некие съемочное оборудование, как могли. Там съемочный кран у нас был. Все съемки, естественно, проходили в колонии. Здесь же устроили кастинг. Проводили его сами осужденные, режиссер фильма и оператор. Главного героя выбирали очень тщательно. Возьми покрупнее планом немножко, а ты серьезно это сможешь сделать? Подбородок подними чуть-чуть. Должен был быть таким спокойным, задумчивым. В общем, интересная личность. Евгений не только снимал этот фильм, но и сам его монтировал. Для него все было в новинку. Пригодилось знание компьютера. До того, как попасть в колонию, Евгений учился на программиста. Дмитрий в фильме играет друга главного героя. Все съемочные дни для него прошли на одном дыхании. Я даже не думал, когда, тем более, когда пойду сюда, что придется сниматься в фильме. Сценарий фильма «Освобождение» тоже написал осужденный. Картина в первую очередь про любовь и дружбу. Про то, как главный герой, находясь в колонии, каждый раз с нетерпением ждет письма от своей любимой. И живет только этим. Но однажды девушка написала, что выходит замуж. Здесь в фильме начинается переломный момент и освобождение от прошлой жизни и любви. В картине нет слов, все эмоции передаются с помощью музыки. И несмотря на незамысловатый сюжет, некоторые операторские приемы именитые режиссеры, которые были на международном фестивале, взяли себе на заметку. Татьяна Кудасова, Вадим Лысов, Кирилл Логинов, «Вести», Саратов.